Ой, такие классные эти юные титаны, посмотри, один такой зелененький, а другой очень похож на робота. Привет, юные титаны. Привет, друзья, вы снова в гостях у Потапа. И у нас сегодня, как обычно, новые игровые наборы. Юные титаны, вперед! Imagine Next. Этот игровой набор называется Best Buy и Gorilla. А второй игровой набор — это Киборг и его трансформинг машина. И как мы видим, друзья, у каждого героя очень мощное орудие. Здесь у нас трансформинг. Настоящая тачка, вся бронированная, очень большая. Посмотрите, одни колеса чего стоят. А с этой стороны мы видим боевую гориллу. И у гориллы, посмотрите, какие стоят пушки по бокам, которые выстреливают вот такими интересными штуками. А героев этого мультика не зря так называют. Юные титаны. Потому что они очень мощные, даже мощнее, чем титан. Давайте рассмотрим первый набор. Это вот эта вот горилла и Best Buy. Best Buy — это вот этот, посмотрите, зелененький человечек. Он может превращаться в того, кого захочет. Тут он превратился в гориллу, которая стала боевой машиной. Ну а тут, друзья, у нас происходит целая бойня. Посмотрите, какой только техники здесь нет. Это будет очень интересно понаблюдать. Вот так Best Buy будет наблюдать за всем происходящим, а потом просто выстреливать и поражать свою цель. Тут, смотрите, друзья, на картинке мы видим, как горилла выстреливает кувалдой. Итак, друзья, наша любимая распаковочка. Достаем гориллу из коробочки. Первый это у нас, друзья, горилла. Вот в такую вот страшную боевую машину превращается Best Buy, когда на него кто-то хочет напасть. Сейчас Best Buy спрятан там внутри, и мы увидим, где он находится. С этой стороны мы видим, друзья, пушку. И посмотрите, каким интересным зарядом она заряжена. Такой заряд я называю кувалда, потому что похоже на кулак, и с такой большой скоростью вот отсюда вылетает эта штука и поражает свою цель. Здесь мы видим специальное место. Вот сюда вот устанавливается Best Buy и руководит всеми боевыми действиями данной гориллы. А сейчас мы посмотрим, где же Best Buy. А он оказывается вот где. Смотрите, друзья, это бронированная штука. Она сделана из настоящего титана. Она вообще непробиваема. Итак, мы ее открываем. И посмотрите, кто там находится внутри. Да, это капитан этой машины. Best Buy. Вот такой вот зелененький человечек. Этого героя, друзья, зовут Beast Boy. Он очень любит бездельничать и имеет зеленый цвет кожи и может превращаться в различных животных. И когда начинается сражение, он становится вот сюда, вот на свое капитанское место. Опа! И начинает всем руководить. Вперед, горилла, он говорит. И вперед идет вот такая вот боевая машина. Посмотрите, друзья, разве может кто-то устоять против такой гориллы? Какая она мощная и как она передвигается, смотрите. Вот такая вот она. А вот этой штукой она выстреливает. И сейчас мы посмотрим. Нужно только будет без боя немного повернуть, и эта штука выстрелит. Итак, повернем к стенке этот снаряд. Поворачиваю. И смотрите, выстрел. Опа, кувалда улетела. А также, друзья, смотрите, как еще эта горилла рычит. Вот так вот она еще пугает своего противника. А Best Buy свысока наблюдает за всем происходящим. Видите, как он высоко стоит и все-все отсюда видит. От его взгляда никто не сможет спрятаться. Best Buy всех увидит. И он очень метко стреляет. Посмотрите, друзья. Или вот такой вот штукой, которая называется кувалда. Потому что она как настоящая кувалда, как большой-большой молоток. Или вот такой вот стрелой. Вот что-то такое поразит противника, который посмеет напасть вот на такую вот гориллу. Итак, друзья, у нас второй набор из серии «Юные титаны вперед». Вот такие вот титановые тачки мы сегодня с вами рассматриваем. И следующий герой — это у нас Киборг. Вот он здесь наверху. Сейчас мы все достанем из этой коробочки и разглядим. Вот так вот мы сегодня будем с вами пулять. Какие тут мощные пушки. И какие штуки из них вылетают. И посмотрите, как веселится Киборг. И еще бы ему не веселиться. У него же такая тачка, из которой выстреливают сразу 4 кувалды. Итак, друзья, наша любимая распаковочка. Сейчас все я достану из коробочки, и мы с вами рассмотрим поближе.
Итак, друзья, перед нами настоящая киборг-трансформинг-тачка, которой управляет вот этот киборг, капитан этого судна. И посмотрите, какой он веселый. Ну, сейчас мы достанем его из кабины. Вот, это его бронированная кабина. Он отсюда выходит. Вот, смотри, тут специально у него кресло и пульт управления. Устанавливается на свое капитанское место. Это вот сюда, в данной тачке. Вот так вот его устанавливаем, друзья, сюда, на место. И он спокойно здесь стоит и никуда не сможет свалиться. Вот ему здесь очень удобно всем управлять и руководить. Киборг нажимает немного посильнее вот на эту штуку. Посмотрите. Хоп, нажали. И происходит трансформация тачки. Посмотрите, в какую здоровую машину она превращается. Вот такая вот высокая стрелялка получается. И у нас, друзья, получилась вот такая вот очень большая боевая машина. Посмотрите, какая она все-таки высокая. Насколько она приподнялась наверх. Вот такая вот тачка у киборга. Смотрим пушки, которые, смотрите как, могут и так стрелять. Они полностью управляются киборгом, который находится вот на этом месте. Когда боевые действия окончены, тачка, смотрите, превращается в первоначальное свое положение. В маленький джип, посмотрите. Вот это теперь такой обыкновенный боевой фургончик. Итак, друзья, смотрим еще раз. Немного нажимаем, пожалуйста, и происходит трансформация данной тачки. И она вот так вот раскрылась, посмотрите. То есть приготовилась к боевым действиям. Ну а чтобы выстрелить, сперва нужно нацелить правильно пушки. Вот так вот. Вот так они выдвигаются и готовятся к выстрелу. И теперь данные пушки готовы. Это первая, это вторая. Обе заряжены боевыми кувалдами. Итак, при нажатии вот этой кнопочки кувалды просто вылетают. Итак, вот мы нашли себе цель и попробуем теперь попасть из этих пушек. Итак, первый выстрел. Есть! Попала первая кувалда. Вторая тоже есть. Посмотрите, вот так вот бомбит эта тачка. А самое главное тут это киборг, настоящий профессионал своего дела. И когда задача выполнена, тачка собирается в первоначальное положение. Смотрите, хопа, киборг заходит обратно к себе в кабину, вот сюда вот смотрите, за титановую броню, вот так вот садится на свое место управления. Вот какой у него здесь большой пульт. И наш киборг готов к дальнейшему следованию, посмотрите, он всегда улыбается. Ну и конечно, как же ему не улыбаться, потому что это настоящий бронированный танк. Так, заряжаем ему пушки, посмотрите, и он уже готов к новым боевым действиям. Крутая тачка, скажу вам, ребята, очень мощный джип. Итак, друзья, мы сегодня с вами рассмотрели два вот таких великолепных игровых набора. И это мощнейшие боевые тачки. Посмотрим, как они покажут себя в боевых действиях. Итак, вперед, мир приключений Потапа, посмотрим, что же произойдет. Да мне самому очень интересно это узнать. Крэн, смотри, кто это к нам приближается. Это кто такие еще? Я сам их вижу первый раз. Скелетон и зомби, разберитесь с этими. Поняли тебя, Крэн, сейчас разберемся. Это что за зеленая макака еще приближается ко мне? Бейсбой, приготовься, сейчас будем атаковать. Подпусти их только поближе и с двух сторон ударим. Понял? Жди моего сигнала. Понял, понял, что? Давай начинаем, они уже и так близко. Ну а сейчас я ему устрою. Вот так тебе. Вот так вот. Вот и все тебе, скелетон. Получил свое, вот так вот, будешь знать нас, титанов, юных титанов. Ну что, я еду дальше. Ну что, теперь моя очередь, ну давай, давай. Это я с виду просто маленькая зеленая горилла. Подходи поближе, поближе. Ну а сейчас ты получишь, получишь. Держи, вот тебе, вот тебе, вот тебе, о, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Вот, теперь будешь знать, зеленую гориллу навсегда запомнишь. Скелетон. Вот так я с тобой расправился. Ну все, с этим я тоже расправился. Вперед, моя горилла, вперед.
Ну что, титанчики, через нас-то вы не пройдете. Мы вас не пропустим дальше. Киборг, Шрейдера я беру на себя. Посмотри, как я его сейчас красиво уберу. Ну давай, БСБ, я посмотрю. А я в это время займусь Шрейдером. Ну давай, с двух сторон начнем. Ну что, Шрейдер, сейчас ты получишь мой коронный удар. Удар кувалдочкой называется. Держи свою плюшку. От твоих снарядов мне ничего не случится. Бэсбай, давай-давай, попробуй. Я сильно держу удар. Выстреливай же, я жду. Ну тогда держи. Вот так тебе. Ха-ха-ха, вот как я его, круто. Ну что, Киборг, теперь твоя очередь. Я тебя сразу предупреждаю, Киборг, что твои снаряды мне нипочем. Сейчас я разгромлю твою тачку. Ха-ха-ха, Крэнк, это ты кого решил напугать? Смотри, у меня двойной удар кувалдой. Сейчас ты это сам испытаешь. Трансформация! Разворачиваемся и прицеливаемся. Пушки к выстрелу! Пушки готовы. Итак, прицеливаемся. Цель Шрейда. Итак, прицеливаемся и выстреливаем. Огонь! Но вам не пробить мою титановую броню и ни за что не достать ключ. Вы его просто не получите. Бэсбой, приготовься. Сейчас из всех своих орудий влупим по этой мумии. Понял, я уже готов. Ну давай же. На раз, два, три. На раз, два, три. Хорошо, давай, прицелились и огонь. Тройной удар кувалдой будет называться этот выстрел. Ну что, давайте, попробуйте же выстрелить в меня. Я титановый, меня никто не пробьет. Итак, Кибер выстрелил, двойной залп. Бэсбой тоже прицелился и выстрелил. Как они смогли пробить такую броню? Как они смогли пробить такую броню? Ох, как болит голова. Я никому не отдам этот ключ. Никому. Бластеры будут только моими. Сейчас посмотрим. А этот круленький снаряд я специально для такого случая приготовил. Держи еще одну плюшку. Босс Молокосос, ты где? Выходите! Все, мы всех обезвредили и нашли ваш ключ. Теперь бластеры снова ваши. Давайте, давайте, выходите, не бойтесь, все спокойно уже. Спасибо вам большое, юные титаны. Видели, ребята, как титаны воюют? Вот так вот они в пух и прах разнесли всех этих страшилок. Посмотрите, и снова теперь ключ у нас. Значит, мы опять с бластером. И теперь нам никакие страшилки не страшны. Ну спасибо, юные титаны. Вы настоящие герои. Если что, босс Молокосос, теперь можете всегда нас звать. Мы всегда теперь будем рядом с вашей студией. Нам тоже нравится тут у Потапа. Теперь мы будем тоже жителями этой чудесной страны. Так здесь классно. А вы, ребята, пишите в своих комментариях, если хотите узнать про нас новые истории. А зовут нас Юные Титаны. Юные Титаны. Не забывайте, так нас зовут. Всем пока. Мы вас ждем в Потапе. Пока, ребята, не забудьте подписываться к Потапу. Почаще заглядывайте к нам в Потап, и вы здесь всегда увидите много-много новенького. А также пишите в своих комментариях, каких бы вы героев еще хотели увидеть в студии Потапа. Ну все, всем пока, до новых встреч, друзья.